Всем добра, с вами я, Александр, это канал Алексис Реакшн, и сегодня посмотрим самые свежие видео, которые пришло ко мне. Спасибо Катюшке Сладкоежке за предоставленное видео. Значит, у нас выступал шаман на сцене, на концерте. Проходил он на русском экономическом форуме в Челябинске. Есть три видео, но два видео мне не особо-таки понравились по качеству, потому что она вертикалочка, вот такая вот, не горизонталка, не полноэкранная, а вертикалка. То, что вертикалку, я вам оставлю наконец, посмотрите в конце уже видео, понравится, не понравится, оставляйте комментарии, то есть захотите, не захотите смотреть, дело ваше, но одно видео все-таки я разберу и покажу вам. Также сделаем реакцию, хотя реакции на шамана всегда одна единственная, это всегда радость. Поэтому не затягиваю, приступаем, смотрим, слушаем и комментируем. Забыл я вам, конечно же, сказать, поэтому сделал вставочку видео. У нас в четверг, 16 ноября, будет стрим на канале Alexis Reaction на YouTube. Проходить он будет в 19:00 по московскому времени. Поэтому забегайте, заходите, послушаем хорошую музычку, послушаем шамана, а также обсудим с вами, где мы будем встречаться, те, кто идут в Казани, в Татнефть-арену на концерт шамана. Где мы с вами встретимся, как это будет, как будет происходить. Ну и все остальное, все уже обсудим на стриме. Поэтому забегайте, будет довольно-таки интересно, будет очень тепло, как говорится, домашняя уютная обстановка, и мы, ценители творчества шамана, все вместе. Вроде бы я все сказал, а теперь смотрим и слушаем.
Вот такое вот было видео, впереди еще два видео. Ну, что можно сказать по самому видео, то, что мы видели? Картиночка и качество звука. Вот качество звука немножечко хромает, ну, потому что это концертная запись, и, видимо, либо непрофессиональная запись, либо просто так записано. Но, как бы таки ни было, все равно очень интересно посмотреть и опять-таки вспомнить те композиции, которые мы слышали ранее. Ну, конечно же, все-таки, как бы оно ни было, постоянно Шаман исполняет эти композиции на концертах, ну и, соответственно, везде немножечко по-разному да выступает. Что, в принципе, можно всегда посмотреть на Шамана на той или иной сцене. Пересмотреть, и я вот это делаю, по крайней мере, с удовольствием. То есть, с удовольствием я смотрю на разные концерты, на разные выступления Шамана. Ну и вообще слежу за Шаманом, как он выступает везде, в каждом городе. Это же довольно-таки интересно. Поэтому, по возможности, особенно если когда вы будете рядом с Шаманом, то есть он у вас приедет на концерт, по возможности, те, кто могут, по крайней мере, ходите на концерте, я думаю, что вас это не разочарует, а только подбодрит и больше влюбит в творчество Шамана. Ну, в творчество Ярослава Дронова. Что-то говорить по самой композиции. Композиция очень шикарная, хорошо исполнена, очень классные композиции, которые я уже неоднократно, так же, как и вы, переслушал, и еще неоднократно переслушаю. По-моему, это будет бесконечное, бесконечное слушание композиции «Я русский» везде, в каждом городе, и постоянно будем это слушать. Также, по поводу реакции, я думаю, что понятно, я исполнял песню, тоже где-то подпевал, где-то качался и так далее. Соответственно, когда такая реакция, вы сами знаете по себе, значит, мне эта композиция нравится. Ну, и опять же таки, если вы раскачиваетесь, вы подпеваете, значит, вам тоже нравится. То есть вы должны знать это по себе. Поэтому что-то говорить о Шамане, я думаю, уже столько было все сказано, что он талант, что он исполняет шикарно, и каждый концерт это просто пушка, это просто бомба, которая взрывается и согревает своей любовью, любовью к своему творчеству. К тому, что он делает. Я не буду, наверное, затягивать видео, у вас впереди еще два видеоотрывочка, поэтому смотрите, ну как сказать видеоотрывочка, они на самом деле полностью будут показаны, а там уже смотреть вам или не смотреть, дело, как говорится, ваше. Я вам предоставил, мне предоставили этот материал, я поделился с вами, а вам уже по выбору смотреть или не смотреть, дело ваше. Поэтому в любом случае напишите, оставьте комментарий по поводу, что вы думаете во всего концерта. Ну а я не затягиваю, скоро мы увидимся с вами. Всем до встречи, всем тепла, всем добра, всем пока-пока. Станем, пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Станем и ближе к ним станем. Станем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. За тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Всех тех, кого в этом огне потеряли, кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем.
здесь для вас, и называется она «Мы». Мы!